С чем пожаловали в мою скромную лабораторию? Всего наилучшего! Тварь проклятая! Да и люди. Что это дело? Утром с бодуна заходит в сарай. Бьется о косяк, наступает на грабли. Слушаю тебя! Привет, брат! Никой тоже. Ты подранен, а тут море аномалий. Так что держись около меня, я чувствую эти проходы. И это, выпей пилюли, которые дал тебе Сахаров. Они повысят твой иммунитет к кислотным парам. Не стреляй! Царица этих земель и болот, не суди строго, дай нам пройти, так что будь так добра, брысь с пути! Рад был с вами пообщаться. С чем пожаловали в мою скромную лабораторию? Тебя достану! Путь завершен, человек. Иди ко мне. Слушаю тебя. Приветствую на нашей научной базе.
зеленых мест. Тут раз. Сахаров, как и обещал, вылечил счастливых. Спустя месяц тщательного наблюдения я полностью выздоровел. Но лекарства от зомбирования так и не нашлось. Это оказалось индивидуальной особенностью моего организма. Но что же со мной случилось? Как я оказался там? Почему я был в отключке? Мне до сих пор неизвестно. Что ж, пора и это выяснить.